Вистріли в пах. Прострілен пах у чоловіка. Справа, Стой, не дергайся! Сколько можно терпеть вот эту, вот этот бардак, то, что происходит? Я не понимаю вообще. Я им готов вынести воды. Вот, да, я попал здесь газу, да, я выскочил. Но я хочу жить в свободной стране и в мирной.